Привет, друзья, с вами Кайрнекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Undermine. В прошлый раз мы с вами добрались и уничтожили голема, собрали немножечко полезных вещей, надеюсь, они нам помогут в последующих прохождениях, но это не точно. И, в принципе, я думаю, мы можем прямо сейчас выдвигаться, потому что все деньги мы потратили. Потратили мы их на улучшение нашей дальней атаки, дальности нашей атаки и, собственно, всяких разных бонусов, а именно подбор голды на большей дистанции, ну, определение врагов у нас было уже давным-давно. Так, погнали. Преисподня ждет нас. Так, пытаемся лутать абсолютно все. Можете даже не пытаться, ребята, писать в комментариях в прошлый раз о том, что я что-то не заметил. Я в любом случае что-то пропущу. Невозможно просто полностью все облутать без всяких проблем. Так что не переживайте. Так, тише. Но-но-но-но-но. Так, пошли уже новые типы камней, хотя у нас апгрейд для пробивания этих самых камней стоит два куска, если не ошибаюсь. Соответственно, будут явно сложности, но это не точно. Надеюсь, что мы как-то без них обойдемся. Меня еще смущает, что у нас мини-карта закрывает маленький уголочек, но все-таки закрывает маленький уголочек карты. Это не есть хорошо. Так, ладно, там мы все равно не пройдем. Тихо. Где еще мины? Где мины? Так, еще. Отлично, мины взрывают камни. А это интересненько, но недостаточно интересно, чтобы мы этим занялись. Да бляха-муха. No, no, no. Уйди. Так-с. Здесь у нас, в принципе, усё. Меня смущает, что карта вроде бы стала, в общем, больше, но полезности в ней стало меньше. Раньше полезности было чуточку больше. Опа, здрасте. Небесный ключик. А ну-ка. А еще раз можно? Оказывается, скелетом можно юзать. Так, хорошо, запоминаем. Просто запоминаем. Не трожь, малышня, уйди. Уйди, наплодились. Всех благ вам. Так, крысюки мои любимые. Уйди. А, у вас крысиный рой. Пшт, уйди. Опа, 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 стрелы пошли. Причем не я на них наступил. Что самое обидное. Раньше разве выпадала халява на уровне бляха? По-моему, нет. Если мне память не изменяет. Мне, кстати, интересно, если зеленые малые наступят. Ага, если они наступают, ловушки тоже срабатывают. Дело дрянь. Но они, по сути, сами себя убить могут. В этом есть некое масенькое преимущество. Так, только не на ловушке. Угу, и так сойдет. Тихо. Я, пожалуй, постою, пока они по ловушкам побегают. Уйди. Достаточно? Достаточно побегали. Не. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ящичек, пожалуйста, будь открытым. Есть. Так, это у нас что? Увеличение ХП. Давай. ХПшка нам, в принципе, не помешает. А в большем количестве было бы вообще найс. Кстати, с этих, по-моему, урн ни разу мне ничего не выпало. Сколько я их уже долблю, так ничего не выпало. Сейчас проверим, что в переходе. Может, там тоже что ценное есть. О, нет. Только летучие мыши. Окей. Малые, даже не смотрите сюда. Фу. Фу на вас. Там у нас еще один переход влево. Он, правда, конечный. Но, надеюсь, там тоже что-то полезное будет. А, не здесь. Я думаю, в смысле, переход влево, и стена стоит. Мы, в принципе, могли бы добиться до ключа, если я не ошибаюсь. Эту штуку мы точно не вышибем. Не знаю, стоит ли просто менять ключ на... На наш, этот, боже. Бомбалейлу, короче. No. Так, тут колья. Очень грамотно спрятаны. Там скелет тоже в кольях. А у нас ботинки, которые я крафтил, они пропали, да? Они, то есть, крафтятся единовременно. Хотя сейчас проверим. Да, они крафтятся единовременно и не дают нам никакого бонуса. А, соответственно, здесь я никак пройти не смогу, либо с огромной потерей ХП. Чего мне, честно говоря, не очень хочется. Причем, что там потери идентичные. Я не знаю, какой откат между уроном на кольях. То есть, может, я получу там минус 40 в общей сумме. А может, за каждую клетку я буду получать минус 20. Это будет болезненно. Давайте проверим. Да, я за каждую клетку получаю. Это будет болезненно.
И в ответ мне только бомбу дали, вы серьезно? Так, а ну-ка по диагонали давай, хоба! Хоба! Нормально. Это не так уж и больно было. Могло быть и больнее, скажем так. Ладно, давайте здесь жахнем бомбу. Хорошечно. Давай ключецкий. Это мы не заберем. Давай еще вот эту штуку вскроем. У нас еще одна запасная бомба будет. Жаль, не помешал бы, если бы там хп-ха выпало. Ну да ладно. Ну да и фиг с ним. Так, а грибочки нам что-то давали? По-моему, нет. Но лучше уничтожать, мать его, абсолютно все, что мы встретим на своем пути. Текс. Здрасте. Пожалуйста, что-нибудь ценное. Здесь куча голды. Но мне кажется, сейчас малышня мне будет не кисло так мешать. Собирай, 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 собирай. Не боись. Так, главное самые большие собрать. Самородки. Все остальное мы разгребем. Так, зря, наверное, два сразу хапанул, да? Не-не-не, нормально, они далеко заспавнились. Пока-пока, уходите. Уходите, говорю. Я вам не рад. Хобана, все мое, кыш. Так, еще траву соберем. Это очень странная нычка, на самом деле. Те нычки казались чуточку полезней. Совсем чуть-чуть. Тише, нет, диагональ, диагональ. Уйди отсюда. Так, вроде бы все, здесь, правда, еще одна деревянная штукенция есть, но ее выбивать, наверное, нет смысла. Да, текаем отсюда. Просто текаем, в итоге мы остались только с двумя ключами. Но в прошлый раз у нас были проблемы с ними. Так что, надеюсь, в этот раз они нам только помогут. Опа, еще и бомбочка, замечательно. Не-не-не, малышня, фу, 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 малышня, плохая малышня, уйди, мое. Боже, с малышней бы сейчас драться из-за золота, серьезно. Уйди, 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 уйди. Там бомбомен. Блин, убежал. Окей, дай бог ему здоровья. Так, что здесь? Масляный пацан, обычный пацан. Но-но-но-но-но-но-но. Исчезни. Куда ты упрыгиваешь? Я думал, ты наоборот меня оттачить будешь. Не-не-не-не-не. Стоять. Говно мелкое. Ноу. Нельзя. Мяско, отлично. Почти вовремя. Так, забирай, забирай, забирай. Ага. Нельзя. Какие же они бесячие, боже. Угу. Угу. Так, крысюк, давай с тобой быстренько все вопросы порешаем. А потом я с дальниками разберусь. Нет. 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 Так, здесь у нас активно разлитое масло и баф, кстати, баф кристалла. Не знаю просто, чем это нам может пригодиться, но ладно, баф точно нужен. Баф гони, без него будет не так весело. Так, хорошо, гори, гори, гори. Так, скелета можно юзнуть, не забываем. Так, бомба дай, спасибо. Пип. Ничего не найдено. Обидно вообще, скелет. Я на тебя рассчитывал. Как хорошо, что у меня два ключа, слушайте. Как раз здесь пригодятся. Так, здрасте. Хобана. Нет, нет, нет. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. А эта слизь, по-моему, сразу тухнет, да? Да. Он так как, типа, водяной слизень. Он затухает. Жалко так-то. Так-то жалько. Тише. Э? Они на иголках появились, что? Ладно, ваша проблема. До свидания. Сейчас пока все чистые проходы прочекаем. Это что такое? Так, гриб, который не добывается. Но у него здесь, мать его, хреново туча дырок. Что-то подозрительное, возможно, надо будет бомбу поставить, проверить. Так, бумц. Какой хитрожопый переход там, а? Ага, ага. Но, в принципе, ради одного ящика я, наверное, тратить хп не буду. Точнее, иметь риски тратить хп. Так, а сюда, наверное, поставлю бомбу проверить. Опача. Так, артефакт. Blast Cap. Отлично, нам как раз нужно было три типа гриба найти. Мы нашли, по идее, два. У нас есть зеленый и синий. Соответственно, мы должны еще какой-то недомухомор найти. Для полного спокойствия. Так, давайте еще в магазик зайдем.
Тратить деньги, конечно, не особо хочется. Но вдруг там что-то будет офигенное. Здравствуйте, юный барыга. Так, бомбалейла. А вот это что такое? Но в принципе нет, пока не стоит. Мы с магазином не так долго сотрудничаем и много, чтобы получать от него такие бонусы. Так, однозначно давай жрачку, и пусть будет еще одна бомба. Это нам точно может пригодиться. Так, открывай, медведь пришел. Так, ботинок это который? О, который ломает как раз шипы. Может нам пригодиться. В принципе, отсюда можем текать. Отсюда можем текать, можем проверить, кстати, шипы. Найс, он реально их ломает. Моща ботинки, слушай. Можем просто на них стоять и крушить. Но нам это даже не выгодно. То есть мы-то об них точно не покосаемся, а вот враг о них может покосаться. Бля, я золото пропустил. Но суть не в этом. Суть в том, что все предметы нужны, все предметы хороши. Почти все. Так, давай. Не трожь бабло. Канареч. Помоги мне. Стоять. Боже, чего он так быстро слинял? Ну, он постоянно куда-то торопится. Не трожь бабло. Избиение несчастных слизней. Так. Ой-ой, ты кто такой? Так, это пауканы, будем знакомы. Пауканы ваншотные, но бесячие. Так, мелкое чмо забрало бабло. Отдай бабло. Тварь. Так, уйди. Канареич не успел ничего забрать, да? Жалко. Но-но-но-но-но, мое. Нет, уйдите отсюда. Так, снизу ключ нужен и сверху. У нас ключей опять нет. Уйди. Так, замедляет, я понял. Уйди. Давай. Хватит все пачкать, пожалуйста. Красавчик. Так, эту всю фигню мы можем разбить, но я больше надеялся все-таки на наличие ключа. Ну ладно. На нет и сюда нет. Забирай канарейку. Канарейка причем забирает почему-то все сначала самое мелкое. Все мелкие кристаллы, а потом уже забирает нормальные самородки. Это не есть хорошо. Так, здрасте. Это я вовремя приперся. Только мне от этого ни жарко, ни холодно, фактически. Понял, принял. Так, здрасте. Лол, он запрыгнул в воду и очистился. Но-но-но-но-но. Так, сейчас я тебя доберусь, дальник, подожди секунду. Секунду, погодь. А я не могу прыгать, когда я в эту зюзю. Оу, вот это основная проблема. То, что я по нему медленно хожу, это фигня. А вот то, что я подпрыгнуть не могу, это уже да. Это проблемка. Так, что у вас здесь с освещением траблы? Малой, уйди. Мое бабло. Кэш, все кэш отсюда. Зарятся на мою денежку. Бомбермен, стоять. Ау, красавчик. В принципе, выходом все понятно. Только ключ нам нигде не дали. Окей. Сейчас есть все шансы их найти. Там еще... А, там тоже комната. Ну, короче, если в той комнате мы не находим ключ, то у нас будет проблемка. Бррр. Ну-ка. Что ж вы такие жесткие, а? Уйди. Ноу. Здесь есть... Ящик с бомбалы и ключик, славьте господи. Бля, теперь надо только угадать. Магазин нам точно не нужен. Магазин нам точно не нужен, а вот еще одну комнату прочекать было бы очень даже неплохо, мне кажется. Так, забирай, ломай все иголки. Все, ломай. Good job. Тихо. Все мое, мне надо. Да, в магазин мы точно не пойдем. Мы лучше еще одну локу заберем. Там ящик просто, и там может быть какой-то действительно полезный предмет. А в магазине, ну такое. За предметы нужно платить. Зеркальце. Это что-то типа рефлекта будет? Это надо в действии увидеть. Проекции с уроном. Не совсем ясно, но сейчас увидим. Погнали на выход, потому что в магазин мы точно уже не попадем. Давай, бжип.
Так, это у нас уже какой получается? Четвертый. Четвертый — это хорошо. Особенно хорошо бы было, если бы нам дали, мать его, стоять. Скотина. Слишком быстро линяет от нас. Боже, у нас во все стороны проходы, и слушайте. Ну ладно, здесь конечный. В этом есть какое-то малое удовольствие на самом деле. Сим-сим, откройся. Бомболейла. Нельзя. Нельзя, говорю. Он говно мелко. Ха! Он убился об колье. Замечательно. Так, травинушку проверим. Мало ли вдруг что полезное. А, кстати, стенку перепрыгнуть не могу, да? Но я могу перепрыгнуть отсюда вроде бы. Хобана. Обман. Вопросов больше не имею. Как быстро вернуться? Потерял, правда, немного хп. Да, серьезно, боже, я ж по диагонали шел, ну. Говна кусок. Засчитывает как... Ой-о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 й. Сейчас, тихо. Отлично, он пацана этого взрывает. Тихо, бабки мои. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Киш. Не пускай в меня колья. Тут, кстати, какой-то очень странный камень. И ключик выпал, спасибо. Умри, босс. Здесь, видимо, чувачок этот пробил, да? Так, ну что, помолимся? А, так, максимум хп и увеличение бабла. Но с баблом там был какой-то очень неприятный дебаф. Ну давайте возьмем. А, он разный постоянно. Уменьшает скорость броска. Но, в принципе, это пережить можно. В принципе, можно. Если осторожно. Ушли, ушли, малышня, киш. Киш. Мы, кстати, как-то увидели... А, из-за того, что мы были в нычке, мы увидели, что слева есть еще одна комната. Хм. Интересно получается. Ноу. Так, хватит меня дамажить, алло. Так, логова у них крысиного вроде бы нет. Так что они либо себя ловушками забьют, либо мы их вручную. Скорее всего, мы их вручную. Иди сюда. Так, отдайте мяско. Спасибо, очки. Так, канарейч, помоги. Уйдите. Пфф, они еще огненными стрелами пуляют, потому что через эти. Ой, какая грязь. Что это было вообще? А? Объясните, плиз. Слезни, да вы это. Рисковые ребята, я вам так скажу. Ладно, фиг с ним, нам бы хпшку восстановить было бы точно неплохо. Так, что здесь творится? Ловушек здесь точно нет. Это не может не радовать. Крысюк, уйди, 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 уйди. С тобой очень неудобно общаться. До свидания. Есть. Задето. Отлично. Так, что полезного? Делитесь всем полезным, что у вас есть. Нельзя. Блин, он столько луж наделал, собака, пройти невозможно теперь, ну. По-человечески. Так, замечательный, как раз там два прохода, только там камень стоит, мешает нам. Нет, нет, нет. Так, здесь еще и куча ловушек. По идее, мы можем просто подождать, чтобы они убились. Но этот вариант, скорее всего, не сработает. Или сработает, но через очень большой промежуток времени. А у нас его, как известно, нет. Так, первый пошел. Уйди. Так, аккуратненько, не нажимаем кнопку. Бляха, к нему надо совсем с другой стороны обходить. Окей. Так, давай по диагонали. Как ни в чем не бывало. Упс, нормально. Так, что у нас есть? Снизу вроде бы камень обычный, по идее обычной бомбы мы должны вскрыть эту штуку. Сейчас проверим. Там переход у нас. Да, отлично. И что у нас тут? Ой, бляха-муха. Ой, бляха, уйди. Так, ты точно заберись. Ясно. Так, его забрали. Этот суициднулся сам. Видимо, он на колья эти самые попал. Ноу. Оп. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Только я не вижу ни черта здесь полезного абсолютно. Только что скапывает что-то с потолка. Это единственное, что я вижу. Что написано?
Грибы растут в темноте. Проверим-с. Вот сейчас должен вырасти красный гриб. Фиолетовый гриб. Опача. Nightshade. Спасибо большое. Я сразу бы не уловил фишечку, правда, у нас 90 хп осталось. Ну да ладно. О боже, что это? Я не хочу туда прыгать. Я понимаю, что это переход на 5 уровень, но что-то мне туда совсем не хочется. Вот от слова совсем-совсем не хочется. Так, у нас там еще где переходы? Еще самый стартовый локи переход. Давайте я попробую все-таки найти хп. В магазине точно что-то должно быть. Ну и вообще было бы неплохо не сдохнуть, например. Так, добрый день. Что у вас завезли? Ой, это что такое? А, чувствую. Ясно. Так, увеличить немножко. Давай заберем. Ключик, возможно, нам пригодится. И сейчас мы у тебя здесь все прочекаем. Может, ты нам еще оставишь какую-то денежку. Нет, зажаль. Хил, поушен я этот брать не буду. Спасибо. Так, сюда, сюда и наверх еще. У нас ключи же появились, сейчас ящик еще откроем. Вообще хорошечно. Здрасте. Еще какое-то кольцо. Увеличивает наш основной урон. Первой вот этой атакой. Не. Да ты серьезно, мать твою? Что сегодня не так с ногами? Так, где у нас? Дамаг на одну единицу, только больше от метательного урона, поэтому... Нет смысла, нет смысла. Так, здрасте, с вами мы уже виделись. Вы меня не хотите пропускать. Не объясняй по-человечески причин. В принципе, я мог бы еще раз вас попробовать вольнуть, но мне кажется, это плохой затеей. Хотя я попробовал. Что ты мне в этот раз скажешь? Да, нас опять разворачивают. Нас опять разворачивают. Ничего, мы в следующий раз придем. И лицо вам-то сломаем. Это один из дополнительных переходов, я так понимаю. У нас есть основной переход, который нас сейчас ведет вообще в преисподнюю куда-то. А это был дополнительный переход, хрен пойми куда. Фи-фи-фи-фи-фи. Дай обойти, спасибо. Итого хп мы не нашли, а только еще потеряли. Ясно, понятно. Ну ладно, с богом чё. Ой-ой-ой. Это был жирный намек, что я сюда зря полез, да? Механочервь. Так, и куда тебя дамажит, механочервь? Так, он разбрасывает какую-то жижу. Скорее всего, это что-то по типу мин. Хуже. Хуже в разы, хуже. Эти пацы кидают в меня сетью. А, он их сам уничтожает. В принципе, неплохо, боже, что ты творишь? Матерь божья, остановись. Ты что, изверг? Я не могу понять, как я его дамажить должен. Так, я его только что точно ударил. Скорее всего, на него метательные атаки не работают, но это не точно. Уйди. Нет, заковал демон. Так, уйди, малышня. Не беси меня. Так, замечательно. Я его дальними вообще не коцаю, я так понял. Да, вообще ему пофиг. Но при этом он меня коцает в ближних очень жестко. Печально, грустно. Зато косарь мы домой притащим. Так, кучу наубивали. Этот есть, этот есть. Так, здрасте. Надо бы и бомбу улучшить потом. Это потом. Так, здесь у нас что осталось? Точно не выкачанное. Максимум хп нам точно нужен. Свинг дэмэдж, не знаю. Не могу ничего сказать. Улучшение дальности слишком дорогое. Атаку, в принципе, достаточно дешево поднять. По артефактам там что-то еще было. Сейчас проверим. Тык-д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 ык. Так, артефакты у нас. Эффективность еды и подъем предметов. Ну, не то нам не хватит просто денег. В любом случае, нам нужно улучшать урон или хп. ХП и урон, наверное, сейчас пойдем. Сколько у нас стоит второе хп? Так, 220. Второе хп стоит 200. Итого 240, 350. А здесь сколько? 450. Нам не хватит. Если бы они оба стоили 350, то еще ладно. То еще ладно. Давайте еще дамаг возьмем. По идее, у нас теперь дальний дамаг должен быть равноценен дамагу ближнему. У нас дальний дамаг уже гораздо больше, чем дамаг ближний.
Это хорошечный, итого осталось 270. Ну, свинг дэмэдж я не хочу увеличивать вообще. Принципиально. Не желаю. Хорошо, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.